30 мая, дальнее Подмосковье, окраина деревни. Буквально вот метров 50-70. Установил ловушку. Ель старовата. Сухие ветки. В общем, что-то ее в сухоту загоняет, эту ель. Поставил ловушку. Вот она вот таким образом выглядит. Здесь я обкладываю пасеку. Вот в том направлении. Километра два. Пасека. Человек торгует пчелами. И уходит у него район. Пчеловод выходного дня. Буквально метров 700-800 ставил здесь ловушку. Отсюда. И сейчас пойду искать места. Дальше вдоль деревни. В ту сторону. Еще попробую здесь поставить. Здесь вообще можно ставить как можно больше. Пчелы у него роевые, уходят хорошо. Ну и для начинающих неплохой способ начать с пчелами общаться. Как обычно, безрамочные ловушки, скрутки, картонные колоды. Вот она висит. Крепеж, все как обычно, отработано. Ну и весна ранняя, теплая, быстрая. Раи пошли уже. Везде показывают, как хорошо ловят раи. Здесь, я тоже думаю, уже пошли. Ну, конечно, в первую очередь они будут заходить в рамочные ловушки, где гнездо уже готово. Ну, а мы подождем. И ждать нам можно до начала взятка, до середины июля. Буду показывать, куда попадутся. Будем проверять ловушки. Ловушек много установлено. 50-60 штук. Ну, еще хотя бы десяточек успеть установить. В принципе, весь июнь можно ставить. Приехал проверять и тут же где-нибудь еще метров 500 установил. Как пересаживать будем? На какую рамку? Какими способами? Из безрамочных ловушек. Ну, с безрамочными придется повозиться, как следует пообщаться с пчелками. 1 июня, первый день лета. На электричке проехал от города 2 часа, километров 100 от Москвы. По трассе прошел, две ловушки с собой на велосипеде. Трасса 30 метров в том направлении. Такую ель выбрал. До этого устанавливал в этом месте. Отъехал примерно 500 метров от ловушки. И буду ставить сейчас на эту. Неплохая, молоденькая. Невысоко. Вот где коряга заканчивается. Туда где-то установлю ловушку. Хорошие места. Заказник. И здесь пчела есть, пасека есть. Обкладываю здесь пасеку. Пчеловод выходного дня, раи уходят у него. Установились, повесил ловушку, веревочки закрепил, палочками гвоздики вбил в ствол, чтобы они не раскручивались.
классика крепления. Ель молоденькая, ровненькая. Устанавливал стоя. Здесь неудобно присесть. Открыл литковое отверстие. Там подмор внутри лежит. Все, быстренько установились и проверили вертикальность, чтобы она у нас прилегала к стволу вертикально, ровненько. И подмечаем место 30 метров до дороги. Пометил палками место. Заходить в лес. Вешаю вдоль дороги. Раньше заходил глубоко в лес, бродил часами. Все это ни к чему. Вот прошла машина рядом. Пчела стремится к человеку. Человек стремится к пчеле. Поможем друг другу. Пчела идет к людям поближе, удобнее, теплей, сытней. И нам пчела нужна. Хорошо висит, от солнца спрятана. Может быть, ранним утром солнце будет на нее попадать. Но свой ход солнце будет делать, ловушку не задевая. Отъехал метров 600-700. Лес абсолютно без елей. Оно вот такая нашлась. Молоденькая, ровненькая. Сейчас подойду поближе. Ветки вижу крепкие, хорошие. Я думаю, она мне подойдет. И дорога у меня вот за спиной 20 метров. Все у нас недалеко. Повесил вторую ловушку сегодня, 1 числа, 1 июня. Значит, извлекаем затычку. Проверили горизонтальность относительно ствола. Солнце активно сейчас около часа дня у нас за стволом. Перед установкой ловушки ногой почистил ствол от коры, от сучков мелких. И таким образом закрепил, повесил. Хорошее направление. Буду дальше здесь работать. С этой дороги уйду. Там есть еще где-то километр до следующего населенного пункта. Полтора часа у меня до электрички, которая меня повезет на участок, где я работаю, пытаюсь обзавестись хозяйством. Сейчас минут 20 у меня есть еще до поезда. Присмотрел там ельничек небольшой. Попробую посмотреть, может, там тоже установлю ловушку. Исследую место, чтобы в следующий раз уже не терять время. Сегодня быстро все удалось.